Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Поистине, Иблис установил свой трон на воде, а потом послал к людям своих воинов, и самое высокое положение перед шайтаном занимает тот из них, кто ввергает людей в наибольшее искушение. Явится к Иблису один из них и скажет: „Я сделал то-то и то-то“, например, распитие алкоголя, на что Иблис скажет: „Ты ничего не сделал“. Потом явится к нему другой и скажет: „Я не покидал такого-то, пока не разлучил его с женой“. И тогда Иблис приближает его к себе и говорит: „Ты поступил прекрасно“, и обнимает его. Развод – самое ненавистное для Аллаха из всего дозволенного им. Однако почему Иблис радуется разводу больше, чем совершению какого-либо харама? Потому что он имеет многовековой опыт введения людей в заблуждение и разрушения целых общин. Развод открывает двери к новым грехам, людей по отдельности легче наущать и сбивать с пути. Каады Ийяд в комментариях к этому хадису сказал: «Это указание на бедственность развода, а также на то, что в этом много вреда и большой грех для того, кто устремился к нему, ведь в разводе – разрыв того, что велел соединять Аллах. Разобщение в том, в чем Аллах сделал милость и любовь, разрушение дома, построенного на исламе, и устремление к ссорам». يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Вы, которые уверовали, относитесь к своим женам благопристойно в делах своих и словах. Если же вы их ненавидите из-за недостатка в них нравственности или из-за их внешности, то будьте терпеливыми с ними и не торопитесь разойтись. Может быть, вам что-либо и ненавистно, а Аллах устроил в этом великое благо для вас. О Аллах, я прошу Тебя Твоими прекрасными именами, наполни наши дома любовью и милостью, одари нас праведным потомством. О Аллах, убереги наши семьи от наущений шайтана, сделай последние наши деяния самыми лучшими и последние наши слова «Ля илляха илля Аллах».